«Шевроле». Американский автогонщик и автомобилестроитель швейцарского происхождения. В проекте «Фамильные истории» на телеканале «Автоплюс». Фамилия Луи Шевроле с искаженного французского переводится как «козье молоко». Мальчик родился в центральном по производству молочных продуктов регионе Швейцарии. Позже семья переезжает во Францию. Луи устраивается на работу в мастерскую по ремонту велосипедов и параллельно принимает участие в гонках. Молодой человек продолжает ремонтировать все, что движется, и как-то раз случайно оказывает свои услуги известному богачу Вандербильту. Отметив талант Луи, он посоветовал ему уехать в США. За океан Луи перебрался не скоро и прославился там вначале как гонщик. Он даже принял участие в одной из гонок, организованной тем самым Вандербильтом, где установил мировой рекорд скорости, который составил 110 км в час. Луи сходится с Уильямом Дюрантом и, хоть не обладает высшим образованием, проектирует для него великолепный шестицилиндровый двигатель с верхним расположением клапанов. Но а имя в честь гонщика автомобиль получает в рекламных целях. Впрочем, их союз просуществовал всего 2 года. Дюрант хотел делать бюджетные автомобили и навязать конкуренцию корпорации General Motors, которую он основал, но был изгнан акционерами. А Шевроле, который с виду казался слегка неотесанной деревенщиной, мечтал о дорогих и быстрых машинах. По иронии судьбы, после ухода многочисленных гонок и попыток организовать собственный бизнес, Луи придется вернуться в компанию, названную его именем, на минимальную ставку механика. Луи Шевроле. Американский автогонщик и автомобилестроитель швейцарского происхождения. В проекте «Фамильные истории» на телеканале «Автоплюс».